Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Кызылчане могут предлагать до 1 февраля общественные пространства для благоустройства и потом проголосовать за наиболее востребованные проекты. До 1 февраля в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла будут приниматься предложения от активных кызылчан, организаций, учреждений, волонтерских организаций, молодежных объединений. Распоряжение об этом подписала по итогам заседания общественной комиссии города глава Кызыла Дина Аюн. Принятие пятилетней муниципальной программы формирования комфортной современной среды в городе Кызыле на 18-22 годы с адресным перечнем дворов и общественных пространств, которые будут благоустроены в 2018 году, продлено до конца марта 2018 года. Напомним, что на сегодня уже имеются 18 заявок по дворам, а также 13 заявок по общественным пространствам. Они были рассмотрены на публичных слушаниях 5 декабря. Однако городские власти приняли решение продлить прием заявок по общественным пространствам до 1 февраля 2018 года. По ним будут выполнены дизайн-проекты, по которым позднее пройдет голосование кызылчан. Те из проектов, которые наберут наиболее количество голосов, будут выполнены в 2018 году. Жители Тувы встретят Новый год по буддийскому календарю 16 февраля в 3 часа 40 минут утра. Огненный петух уступает место спокойной, уравновешенной желтой земляной собаке. Знак, подчиненный земле, должен принести мир и согласие, добро и оптимизм, плодовитость и благоденствие. Все плохое нужно оставить в уходящем году. Желательно молиться, повторять про себя, что в следующем году стану лучше. Ведь главное – это душа и ум человека, поэтому встречать Новый год нужно с чистыми помыслами, чистой одеждой и домом. В целом год будет урожайным, и для людей он будет хорошим. В прошлом году очень много молодых людей ко мне обращались с вопросом, можно ли проводить свадьбы в год собаки. Так собака – самое верное существо на земле, так год преданности нельзя жениться. Не стоит забывать о верности собак. Так в этом году нужно задуматься над семейными ценностями, в частности, преданностью, говорит Артыш Башкы. И, конечно же, людям нужно бережно относиться к хозяйке года – собаке, говорят ламы. В этот год нужно помнить, что собака всегда есть и остается самым другом, охранником и верным помощником человека. Поэтому нужно их беречь. Это относится не только к символу Нового года, но и ко всем домашним животным. Напомним, что в ночь накануне прихода Шага в буддийских храмах Тувы будут проходить традиционные праздничные молебны. Ранним утром на горе Дагэ в подместье Кызыла совершается обряд Сан-Салыры. Не каждый может попасть на молебную города Г, тем более в холод. Так что можно на улице или в ограде приготовить все, что нужно для обряда. И ранним утром в час тигра, то есть от 3 часов 40 минут до 5 часов 40 минут, можно совершить обряд Сан-Салыры. Для этого не обязательно приглашать кого-то. Можно все сделать самим. Напомним, что согласно предоставленной Тувинским управлением Камбы-Ламы информации, на территории региона под желтой земляной собаки с 9 красными менги наступит в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года. Таким образом, в этом году жители республики будут отдыхать с 16 по 18 февраля включительно. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в определенном субъекте России. Размер выплаты тоже зависит от региона. Он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте России за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года. К тому же снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же. Улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации.
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 87 копеек, евро 67 рублей 88 копеек. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама! Можно в рассрочку на выставке «Меховые традиции». Только в январе. Получи чехол в подарок. С 11 по 14 января. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Еженедельная газета «Тува-ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува-ТВ». Если объявление, то «Тува-ТВ». Министерство здравоохранения Тувы предупреждает о возможном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в связи с началом рабочих дней и окончанием школьных каникул и призывает соблюдать меры профилактики. Ведомством приняты меры по развертыванию дополнительных коек в стационарных отделениях на случай возникновения необходимости. В медицинских учреждениях введен масочный режим, продлены часы приема и усилена работа неотложных служб в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Проводится также контроль над неснижаемым запасом противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств в медицинских учреждениях, мониторинг наличия необходимого запаса препаратов одноразовых масок в аптечной сети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на всей территории республики остается в пределах эпидемиологического порога. За прошедшую неделю в лечебные учреждения с признаками гриппа и ОРВИ обратилось более 700 человек. Более 80% из них составляют дети до 14 лет, что говорит о необходимости усиленного ухода со стороны взрослых. Детский ансамбль классического танца «Алантос» детской хореографической школы города Кызыла стал обладателем гран-при международного детского юношеского конкурса фестиваля исполнителей классического танца «Балет Beautiful Art», происходящего в городе Санкт-Петербурге с 6 по 10 января этого года. 5 стран, 43 коллектива, более 300 участников, 15 часов конкурсных выступлений, 3 дня мастер-классов для детей. Классика, историко-бытовой, характерный, балетная гимнастика, репертуар, современный танец. Интенсив для педагогов по методике классического танца, уникальный курс по биомеханике. 12 лучших педагогов города, а также педагог из Италии и Израиля. Программа конкурса фестиваля была насыщенной. Умение защитить себя – это не только полезный, но порой и жизненно необходимый навык. Если вы хотите научиться самообороне, то приходите по адресу Ленина, 60, к Чемзырай Олегу Мангушевичу. В рукопашном бою происходит непосредственное соприкосновение с противником, возможно, с применением холодного оружия. В современной жизни встречаются самые разные жизненные ситуации. Бытовая пьяная драка в квартире, самозащита от хулиганов на улице. Я занимаюсь армейским рукопашным боем уже больше 2 лет и завоевал первое и второе место внутри клуба по соревнованиям по армейскому рукопашному бою. Хожу я сюда, чтобы постоять за себя в таком городе, как Кызыл, так как за углом может стоять много разных плохих парней, которые могут тебя обидеть. Как показывает практика, победу в схватке с большей вероятностью одерживают вовсе не могучие атлеты, а люди, имеющие широкий спектр навыков выживания. Олег Чемзырай обучает всех желающих, мужчин, парней, девушек и даже людей с ограниченными возможностями. Каждый должен уметь постоять за себя. Я хочу сказать, чтобы девушки не боялись, чтобы они приходили сюда, научились приемам, научились драться, чтобы они впоследствии могли постоять за себя. Если вы за активный образ жизни, хотите научиться самообороне, иметь навыки рукопашного боя, то приходите к Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. В ноябре
сентябре 2017 года АЗС ТТК объявляла акцию. Нужно было заправиться, получить талон и дождаться розыгрыша. Главный приз – 200 литров бензина. Имя победителя стало известно 29 декабря 2017 года в эфире радиостанции «Голос Азии». Его определили с помощью генератора случайных чисел. И вот наш победитель – Олег Карасал. Мы вас поздравляем и вручаем вам главный приз – 200 литров бензина. Я счастлив, что выиграл 200 литров бензина. Ну, часто заправляться этой заправкой. Вам тоже повезет когда-либо. Однако помимо 200 литров бензина в акции разыгрывались и два ценных приза. Обладателем моторного масла стал купон под номером 497, а третий победитель получает незамерзайку. Его номер купона 6186. К сожалению, они не пришли на сегодняшнее вручение призов, поэтому обладатели купонов 497 и 6186, приезжайте в АЗС ТТК по улице Калинина в любое удобное для вас время и получайте свои подарки. АЗС ТТК – это топливо высокого качества. Хотите почувствовать себя королевой своего города и восхищать всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую шубу на выставке «Меховые традиции». Главной гордостью компании «Меховые традиции» является богатый ассортимент, предлагающий тысячи изделий на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется. А это значит, что там вы найдете уникальную, подходящую именно вам шубу. Постоянное обновление ассортимент, сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей. Чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент возврата изделий по браку на нашей выставке минимальный и составляет всего 0,29%. Регулярное обучение продавцов-консультантов новыми тенденциями в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки шубы и возможность найти шубу мечты всего за 4 минуты. Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет и охватывает все регионы России от Кавказа до Камчатки и регулярно приезжает в ваш город. То есть у вас есть защита от неудачной покупки, возможность обменять изделия или вернуть деньги. Наличие различных вариантов кредитования и рассрочки позволит вам купить шубу еще до получения зарплаты. 25, 26, 27, 28 января, город Кызыл, спорткомплекс имени Ивана Ерыгина. На улице Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что у нас действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Местами понижение температуры до минус 40 градусов. В Кызыле небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью минус 32, минус 34 градуса. Днем минус 24, минус 26. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.